Так. Вау. А куда мы пришли? Да. А нас так много? А кто мы? Мы семейство Ширман. А сколько нас? Вообще нас всего очень много, но здесь только двое из пяти детей. Вот, и есть мама замечательная, Лариса. Вот, мы пришли на красивый корабль. Вау, какой вид. Сейчас мы тут устроим депрессивного Уэса Андерсона или что-то такое. У нас будет гиперлистический... Питерский Уэс Андерсон. Да, такой Уэс Андерсон по-питерски. Вот, здесь очень красиво. Сейчас найдем себе уголки какие-нибудь. Ну тут вот дальше не пойдем, здесь нам тут достаточно. Круто, мы вот их туда. Можно вот сюда прям поставить. Ну тут уже круто сделаем, вот тут можно вообще поставить. Вообще офигеть, просто. Жалко, что туда, конечно, теперь не пускают, раньше можно было ходить туда. Но теперь, видите, туда закрыли. Ну тут гады. Круто, смотри, какие тут штуки всякие, да, есть разные. Да. Можем их вот сюда поставить быстренько, сделать быстренько, построить кадр, вот сюда вот их поставить, сфоткать и быстренько снять, чтобы тебя пока никто не видит, да? Только тут так и так никто нас не наедет. Ну хорошо, давай. А, ну ладно. Давай посмотрим. Красота, самое главное во всем этом, то, что мы можем даже сняться с видом туда, только здесь. Но это надо сейчас подумать будет. Да, можно быстренько их туда поставить, зайти, под табличку снять, сфоткать и все. У них там камера, и прибежит тут же товарищ какой-нибудь и будет это. Хорошо, давай с... У них камера в ту сторону, у них в ту сторону камера, да. Здесь нет. А ты не думаешь, что есть... Что нет, есть встречная камера. Нет, здесь нет же. Камеры, она одна и светит туда. Но видишь, она наклонена туда, да. А. И вот мы туда их прям поставим быстренько. Ну давай прямо вот отсюда снимем. Ты залезешь, вот. И ты прямо можешь отсюда прям я снять отсюда их вот туда, да, и все. Да. Хорошо. Да. Давай сперва в таком тогда можно. Наряде. Опа. Так. Давайте сначала построй кадр, а потом уже мы быстренько, чтобы нас никто отсюда не прогнал, мы быстренько снимем. Да. А у нас еще есть бинокль, Саша. Да, я знаю, но нам сперва нужно просто... Вот две... А можно с, можно есть, с биноклем вот туда помню. Поставить? Нет, туда. С биноклем, да, ну давай сперва их просто вдвоем снимем. Просто как так, мы да. просто вдвоем за руки поставим давай. Или как? Смотрите. Да, смотрите, давайте подумаем сперва как. Если вы просто встанете рядышком за ручки симметрично, давай посмотрим. Вот так вот, и на меня посмотрите. Может быть, их прямо так просто, да? Ну да, это было бы. Слушай, прикольно. Отлично, вообще никаких вопросов просто, вот. Смотрите прямо, я сейчас просто делаю тест, чтобы убедиться, как это будет выглядеть. Ага. Хорошо. Я думаю, сейчас он подгрузится, мы посмотрим. Так-то мы сделаем просто сперва. Вон, смотри. Да, круто. Круто? Только, по-моему. Мне кажется, надо подальше, чтобы дать пространство кораблю. Ну, мы дадим, да, конечно. Так смотрите, ну давайте, значит, вы вдвоем, вот давай покажу место, смотри. Вот здесь прям по центру, чуть вот, где вот, вижу, да. Вон эти штучки такие. Давайте, аккуратненько залезайте там. Так, быстренько. Берете за руки и позируйте. Да, вот стоп, ага. Во, за руки. Во, вот так вот, классно. Все, стоите, смотрите на меня прям. Да, во, здорово. Очень круто. Даже с табличкой даже классно, кстати. Остаетесь, мы смотрим. Mm-hmm. Не, серьезные, смотри, серьезненькая. Не, то есть, да, такие серьезные, задумчивые. Угу. Прям классно. Супер, вылезайте. Сейчас вот что мы сделаем, смотри. Mm-hmm. Надо, наверное, я думаю, еще может быть здесь, вот смотри, как оно получается. Может быть им дать что-нибудь? Может быть одной дать в руки маску? Что-то какое-то предметик? У нас бинокль есть. Так бинокль есть? Бинокль. Ну, корабль давай бинокль, бинокль дадим. Да. Давай дадим бинокль, вот то же самое, только с биноклем сделаем. Угу. Мне кажется, надо немножко подальше отойти, тебе не кажется? Ну, в смысле, куда подальше? Чтобы... Мне не отойти подальше. Внизу веревка. Им, может быть, тогда подальше. Им немножко. Подальше. Да, а подальше. Они будут мелкие слишком, будет не круто. А ты, смотри, ты вот не выбито слишком? Нет, тогда они будут темнее. Ну что? Вот, видишь, я начал, они темнее. Мне кажется, когда темнее, лучше. Ну, будет, ну, персонажи лучше посветлее все-таки вот так вот. Ну, не знаю, мне больше нравится. Давай с биноклем. Вот, пусть он висит на шее, мне кажется, не, надо может... желтый бинокль, потому что, чтобы он был контрастным, да? Да? Да. Да, слушай, он на не желтый, будет видно, надо желтый, да. Потому что он должен быть выделяться, действительно, да, на черном. А если с красным, да, он сливается, вот так, вот будет вот так классно. Да, круто. Да. Да. Слушай, а может горизонтальный кадр сделать? Ну, как сам смотри.
Да, горизонтальные лучше смотрятся. Хорошо. Давайте снова туда же. Аккуратненько привязайте. Быстренько. Так. Все, стоп. Рядышком. О, с биноклем прям классно, да? Прям сделал акцент такой офигенный. Вот. Ну что, горизонтальный кадр или вертикальный? Я не знаю, смотри сам. Не, вот вы хорошо стоите, да, вот так рядышком. И за ручку возьмите аккуратненько, да, и смотрите на меня. Ага, во-во-во-во. Ну, у вас, наверное, скорее во, вот так вот здорово, да. Сам смотри там пока. У вас горизонтальный по центру, да, поэтому будем делать так. Мне кажется, что надо сделать потемнее, очень там сзади вылетает. Да, они будут слишком темные. Ну, хорошо, окей. Нельзя. Влетает и вылетает, ничего страшного. Вот так вот, да, смотрите, ага. Красиво. Еще так, секундочку. Угу. Смотрим. Все-таки вертикальный лучше. Вертикальный, да? Угу. Угу, во-во, круто, ветер. Возьми чуть ног поменьше, мне кажется. Нет? Вот на фоне черной штуки вставайте. А, Дуня, что? Да? Кто ты? Дуня. Дуня? А там камера. Ну, не надо. Да, она нас смотрит. Хорошо, да, окей. Все, окей. Вот так вот стоим. Угу. А очень круто. Сейчас я прям... Дуся, Вася. Угу. Да? А, ну вот, и смотрите на меня сама прямо. Сказала, что когда они только появились. Так. Да. Очень красиво, хорошо, прям вообще. Да, круто, я знаю. Давай, смотри, я понял, что нужно сделать. Иди сюда. Нужно делать вот так. Вставай вот тут вот и смотри на меня. Прям поворачивайся. Да, вот, бинокль. Прям вот. Вот так вот, ага. Точно, это прямо ОВС вообще. Вот, да, будет круто очень. Все, отлично. Да. Сейчас я прям это, прям прицелюсь. Ага, и... Очень здорово. Так. Угу. Очень круто, да? Да. Шипеть. А может руки чуть пошире, не знаю, давай посмотрим. А, встань прямо ровно, вот прям повернись ко мне ровно, вот прям ровно-ровно, да, вот так вот симметрично. Во, круто вообще, ага. Супер, и вот так смотри. В сторону, да, повернись прям, вот на меня, да, ага. Сейчас там пройдут товарищи. Ага. Круто. Все, хорошо. Еще вот, а вот так держи бинокль, посмотри на меня лицом. Не, держи его так, да, а на меня глазами. То есть опусти его чуть ниже. Вот ты его чуть-чуть опустила, даже вниз повернул немножко. Ну вот вниз он как бы... Не-не-не, смотри. Вот так вот, да, чуть-чуть, вот так, да. Вот. И посмотри на меня прям вот вообще. Во-во-во-во. Угу, хорошо так. Круто, стой, ничего не делай. Дай мне вторую. Давай, иди сюда. Иди сюда, давай, все, вылезай. Смотри, садись рядышком. Залезешь? Так, о, молодец. Вот, садись рядышком. Вот, и ты такая на меня прямо смотришь, да? А ты к ней такая, может, недовольна. Нет, не на нее, а в смысле к ней просто как-то прижать, чуть так, ну вот, прислониться немножко, может быть, даже голову положить сюда. Вот так, да, во-во-во. Вот, а ты смотри на меня, как смотрела, да, и чуть не сбили, опусти бы. Во-во-во-во-во, круто. Очень хорошо, все, так не двигаемся. Очень красиво. Угу. Круто, все, так замерли прям. Смотрите. Давайте вот здесь вот просто вы две вот так вот расположитесь в обнимочку. Обе. Как, надо говорить обе или как? Две обе. Вы слушай, две. Так, а что если мы здесь уже переоденем, например, сейчас Васю мы переоденем, робу, да, и пойдем вниз, там внизу еще куча да, всего. Да, я знаю, да. То есть я думаю, что мы просто переоденем сейчас и пойдем. Хорошо, окей. А, ты предлагаешь робу сделать? Ну, можно робу тут сделать, да. Да. Я ее и хотел пойти, где-то пойти там, потом где... туда уже, да. Ага, вот. И такие задумчиво, да, на меня посмотрите. Очень красиво будет. Угу. Вообще огонь, да? Угу. Классно. Они так позируют, так ножками, да? Ты видишь? Да, я вижу. Очень красиво. Хорошо, все. Прям классно. Сейчас я прям сделаю такой вот симметрик. Угу.
Такие, да. Ну, чуть тоже грустные, задумчивые такие немножко. Ага. Во-во-во. Очень красиво. На меня в камеру смотрим прям. Ага. На меня? Ну, можно прямо ровно встать, так почти ножки выпрямить чуть-чуть наоборот. Да, вот получится прям такие ровненькие чуть потянуться. Ага. Последний кадр сделаю. Все, и серьезно такие на меня смотрите. О-о-о. Смотри, давай начнем с лисички. Давай ее портьеру, значит, чуть-чуть. Вася. Ага. Василиса. Василиса, давай иди сюда. Смотри. Вот здесь вот вставай с этой стороны, здесь. И ты так стояла у двери, манер ножку одну отставляла. Помню, как-то вот. Ну, как-то ты там так. Не, ты как-то ее так. Вот, да, вот. Вот это я имел в виду. Здорово. Иди сюда поближе. Еще. Стоп, вот тут, вот, да. Вот, смотри тоже на меня. Вот так вот прямо. Ага. Не, просто смотри такая спокойненькая. Ага, ага, вот глянуешь. Очень круто такой сюжет. Да, еще чуть больше. Ага, вот. Вот так, да, вот так вот. Ага, во. Вообще офигенно. Угу, выглядывай, так выглядывай. Цвета крутые вообще просто. Так. Еще посмотри сюда. Да, чуть голову в бок немножко такая вот. Вот так вот, да, во, вот так вот. Во, здорово, да, вот так вот, хорошо выглядываешь. Угу. О, слушай, а подожди, стой так. Вот ты сейчас стоишься, все хорошо? Да, конечно, проведи. Иди сюда. Смотри. Просто тут стой, вот вообще в бок смотри. Вот здесь вот. Вот, чтобы. Иди обратно, выглядывать надо снова. Ой, простите. Вот, да. Во. А ты такой еще чуть-чуть туда дальше, еще. Вот, ага. Вот так вот. Да, вот, круто. Хорошо. Очень крутой кадр. Угу. Вообще офигеть. Получается, как надо, прям сейчас, секунду. Ага. Вообще офигенчик. Чуть больше выгляни с маской, чуть больше. Во. Вот так, да. Очень круто. Вот так, выгляни чуть больше, ага. Все, круто, это мы сняли. Слушай, ну что, с коробками потом, в другом месте или внизу, или что? Я даже думаю, с коробками. Подальше немножко, да? Иди сюда. Угу, вот видишь лампу? Вот, чтобы у тебя свет красиво попадал. Вот, дай я тебе, подожди, подвину. Вот здесь будет идеально. Вот. Так. Это непросто. Да, отлично. Все, вот так вот. Во, здорово. А ты ножки прямо. Слиз. Классно. Вот прям все хорошо. А так. Может быть, мы... Лер, можно я сделаю хотя бы один кадр? Хорошо, извини. Окей? Да. И потом, может быть, мы что-нибудь. А сперва я должен... Немножко боком повернуть Пажа. Нет, Паша очень хорошо. Ну, чуть боком его поверни, да, давай. Смотри, ты у нас Паш, ты чуть боком поворачиваешься. Вот так вот, да, да. Вот, щелкунчик, да. Вот, хорошо, вот. Все, Василиса смотрит на меня такая задумчивая. Да, вот так вот, все, ничего не двигаемся, не меняем, все, стоим. Сейчас хорошо получилось. Угу. Мне кажется, надо все-таки Пажа поближе подвинуть. Иди к ней поближе, сделай пару щелкунчик. Шагов. Щелкунчик, да, к ней. Стоп. Не, да, смотри на меня. Ага, все, ты так же смотришь на меня. Вот. Вот так красиво получается. Угу. Сейчас я еще найду. Найду ракурс. Очень красиво. Здесь свет, конечно, не идеален, но... Смотри, давай еще немножко двигаем по свету. Давай, я тебя поставлю. Так, сюда. Стоп. Все. Смотри. Василиса, на меня, Василиса, на меня смотришь. За то, что она ничего. Вот так вот, да, вот здесь вот ты будешь. И чуть над меня так будешь смотреть, да. Вот. А ты такой тоже манерный, такой, знаешь, такой типа чуть хитрый себе внутри, да. Вот, да? Не, ну не касайся, вы не должны взаимодействовать. То есть смотри, вы же люди, ну немножко чужие, ну по легенде, да. То есть вот, да. Назад только возвращайся, потому что уже из света вылезло. Еще чуть назад. Вот так вот, ага. Вот. И все, смотри на меня такая прямо. Да, классно смотришь, офигенно. Смотри на меня так, ничего не меняй. И щелкунчик тоже крутой, да? Да, вот все, стоим. Замрите, девочки, замрите, очень красиво. Замрите, смотрим на меня и отыгрываем вот это вот. Очень круто. Все, стоим, отыгрываем.
Ты ушибешь потом веревку? Конечно. Ага. Я просто нагло убрала эту веревку, чтобы не фотошопить, потому что мы принципиально не фотошопим. Ну, мы стараемся, да. Поэтому, фотошоп — это плохо, поэтому... Поэтому веревку я просто убрала. Смотри, смотри, смотри еще. Еще смотрим, последний раз. Да, давай еще снимем один кадр. Смотрите, давайте просто вот на фоне этого... Идите сюда. Вот. Да, ну сейчас это... Мы только стоим, у нас такой прообраз. Да, вот, можешь устало стоять с коробочками. Да, а ты можешь такой, типа, более... Нет, теперь она держит, да, смотри. Не-не-не, она такая с коробками, да, а уставшая, ты такой... Уставшая, слушай, а ты руки на груди скрести, типа такой важный. Да-да, вот-вот-вот. Уставшая, вот. Она такая уставшая, да. Вот, да, она уставшая, очень красиво. Коробки все. Тяжелые, вот так замерли, держать, короче, да. Да. Все, не двигаемся. Сейчас я тут сделаю прям красиво. Так. Все, вот такой, да-да, во-во-во-во. Замерли. Очень красиво, только сейчас я найду. Еще немножко держимся. Давай, ты хорошо вот так вот, да. Сейчас, дверь. Ну ладно. Тогда так вот. Еще, подожди. Из окна не надо. Не надо пока. Вот, все. Не двигаемся. Ага. И такой чуть ниже посмотри. Такой тоже вот. Ага, вот так круто. Вот так вот замерли. Идеально. Все, замерли, не двигаемся. Очень круто вообще просто. Да, офигенно. Да, да, красиво прям. Ага. Не, опять прислонись, как было. Прислонись, как было. Давай, Василиса. Да, да, да. Во. Прислонись, как было. Все. Ага. А Паш, чуть ту сторону смотри. Смотри туда чуть-чуть. Вот так вот. Да. Вот. Вот так. Все, серьезно. Ага. Ты такая усталая чуть там, к стеночке. Ну вот, да, устала. Все, готово. Ты сам снимешь? Мне пока помочь переодеться? Да, иди или помоги. Помочь тебе с коробками? Не, я думаю, что я... Развали тут... вот их на... Я хочу, чтобы зеленый фон был рядом. Тогда или вот, как? Вот или на столе вот... можешь развалить. А, на столе развалить? Вот на вот этой штуке, вот, развали здесь. Да, вот здесь вот. Уберем сейчас тетрадь. Просто сдвинь эту, да? Да. И вот ее вот сюда сейчас положим. А эту штуку тут просто развали и сними прям их вот так вот с фоном, вот с этим вот деревом классным. Оно же старое тоже. И штору тоже можешь вон, в кадр смотри, взять. Как я... Вот можешь вот отсюда вот так, и да, штора тоже в кадр да, будет. Да. Тут классный ракурс. Да, будет очень круто. Хорошо. Ну вот, так. Давай. Да, вот отсюда вот со шторы вот. И вот чуть-чуть с угла. Чуть шторы я сделаю, да. Да, вот можешь чуть с угла снять вот так вот их, понимаешь? Вот так вот. И да, вот так вот. Так тоже хорошо. Угу. Можно на штору вот с угла. Да, я и говорила, да, да об да, этом да, я и хочу, говорила, да. Да. Хорошо, сейчас немножко я сделаю вертикальный, чтобы все было. Обязательно вертикальный, чтобы в серию тоже вошел. Ну, и горизонтальный тоже, конечно, нормальный, но и вертикальный классный. Во, прям супер кадр вообще, супер прям классный. Интерьер здесь, конечно, да, вообще огонь. Да, интерьер прям как надо нам. Дверь вот с этим круглым крутилкой. Ага. Она очень крутая, вот у крутилки ага. Прямо ее и поставим. Да. А может быть мы ее прикроем? А может, мы сейчас ее прикроем чуть, да. Иди сюда. Сейчас мы посмотрим. Зачем? Вот так вот. Вставай здесь. Вот так ко мне поворачивайся прямо, ага. Вот. И можно к этой двери тогда вот так вот облокотиться. Раз, два, три. Как-то попроще. Смотри, нужно, знаешь, смотри на меня. Нужно такой типа матрос, такой типа вот, считай, покурил, да, выкинул, и такой смотришь куда-то вниз, такой расслабленный. Вот, мимо меня, ага. Да, вот так вот круто смотри. Да, вот так вот круто. Супер, замри, вот так круто. Очень красиво, круто, да, вот так стоим, все. Ага. Ага. Очень круто. Mm-hmm. Можно еще одну ногу поставить на порог. Как-то вперед. Не знаю, посмотри тебе как. Да, вот так классно. Вот так вот, да, давай. Mm-hmm. Если ты, кстати, вот отсюда снимешь, то здесь кадр круче, Саш. Здесь вот ракурс. Нет, здесь просто лишнего. Там сзади, наоборот, мне нравится классно, задник размытый. Ну, блин, так, хорошо. Ты еще противогаз. Вот так замри, смотри. Все, такая замри как бы. И отлично. Она наполовину, тут поза лучше. Отлично. Сейчас я сделаю, подожди. Я думаю, что... Ага. Это круто.
Противогаз мне не нравится. Это совет, современный цветной. Ну хорошо, но без противогаза вот с этой вот колонной, вот, которая ее немножко так закрывает. Вот я, нет, у меня другой есть еще идея. Ну, вот хорошо. Так вот, да, стой. Ага. Еще, смотри, так очень красиво. И сделаю чуть побольше. На самом деле есть просто образы для Дуни и для Васи. Ну, то есть вот для Васи вот, ага. вот такие вот меланхоличные такие. Так, вот еще смотри. Образы, меня это классно. Все, готово. О, очень круто. Да, все, мы поедем, пойдем покушаем. Отсюда можем валить, мы это тут все выжили на 100%. Супер. Девчонки, идите сюда сперва, потом туда, сперва сюда. Сюда! Тут, блин, еще носится эти машины, конечно, придут. Ну сейчас ладно. Мы как-нибудь быстренько. Давайте сюда. Так, пакет оставляйте, пакет не нужен. Мы просто постоим. Ты просто будешь стоять, иди и сюда. И платьишко мы перевяжем, ага, да, смотри, наверное, видишь, вот здесь вот кости. Такие растения и трава, вот тут вот будешь прямо. О, круто. Подожди, не надо нам заброшку, нам нужно вот это, тут хорошо. Просто встань прямо, вот встань прямо такая, пакеты, спокойненько. Да, нормально? Угу. У нас все пакеты на месте? Во-во, и зло так посмотри, зло собрано на меня. Ноги, ноги чуть пошире прям так вот. Вот так вот, да-да, прям смотришь, да, вот так смотри, прям не двигайся вот. Во-во, здорово, вот так вот смотри. Просто постой и все. Супер вообще. Давай туда тоже залезай в траву, чуть рядышком, ага. Давайте, девчонки, почти подожди. Последняя сцена. Да. Ну, мы еще на причал сходим. Ну, сейчас еще на причал сходим и все. Так да, давайте все. Пусть вас так закрывают растения. Очень да, красиво. Да, и вы по-разному, да, можете. Оставляйте, тихо. Давай, ставишь ей что-нибудь волосы, попробуй. Ага, ты смотри на меня. Только не заслоняй ей лицо, попробуй чуть это, да, чтобы лицо я видел. Во. Красивый кадр, да? Да. Классно. Подождите еще. Смотри, головы друг другу рядышком попробуйте. Вот так вот. Да, во-во-во, вот так вот. Не, хорошо, пускай. Все, давайте нормально. Девчонки, давайте серьезнее отнесемся, да? Все, как бы спокойно попробуйте, да, вот головы, как бы сами решите, как. Угу. Здорово, так еще, ага. Во, здорово, вот все, замерли, красиво, замерли. Стойте. Замерли, не двигаемся. Очень красиво, смотри, вот так вот стойте, не двигайтесь. Да, смотрите вот так. Угу. Опусти ручку, Дуня. Все ручки вниз, да. Здорово. Очень красиво. Сейчас еще вблизи сделаю, также оставайтесь. Вот так вот прям. Да, во, очень вот, красиво, отлично. Да. Супер, вот так, смотри на меня, Василиса, отлично. Очень красиво. Угу. Не, спокойно, расслабленно, да. Хорошо. Так, давайте еще вот сейчас сделаем, сейчас скажу. Смотрите, тут можно сделать какие-нибудь странные позы. Можно какая-то одна назад загнуть, другая. Не знаю, посмотрите, как. Алло, сами. Алло, да, Ксения, здрасте. Вылезла? Чего же? Алло, Ксения, здрасте. Натирает? Добрый день. Хорошо, все супер, да, спасибо большое. Супер, мы пользуемся. Супер, да, конечно, можете вот здесь все что угодно сделать, за, вот с этим фотом за. Да, да, вот здесь, вот здесь прямо. Сделайте, как хотите, ага. Одну да, пускай сделают. Помню, да. Пускай сделают, ладно, нормально, пускай пользуют. А мы да, давайте, нет проблем. Вот с сегодняшнего вечера до 20 числа. Вот, потом, до 20-го. Потом приедем и, да, и уже будем на связи. Подожди, секунду, но мне нужно посередине, чуть левее сдвиньтесь. Вы должны, иди да, к ней немножко, Вася, давай. Иди туда немножко. В ноябре следующая поездка будет у нас. У нас же есть еще противогаз, да? Не, ну не нужен нам противогаз. О, давай, хорошо, давайте так. О, классно, кстати. Все, вот так вот, да, замрите. Супер, девочки, супер вообще. Ну давайте, можете выпрямиться и снова встать еще раз. Смотрите, а встаньте просто, ну, как бы просто спиной говорили, друг к другу. Вот здесь. Сейчас. Вот смотрите, на меня. Вот так вот, вот, отлично. Ты чуть закрытые глаза, а ты на меня смотришь. Ага, все, смотрим, секунду, замерли. Давай. Второе длинное, мне просто на съемку. Все, серьезное. Ага. Угу. Все, да, что вы здесь? Да, я снял. Хорошо. Все, еще.
Так. О, вот так круто, кстати. Во, подожди. Давайте, давайте, давайте. Это будет круто. Угу. Смотрит на меня серьезно. Смотри прям. Душ. О. И на меня опять. Хорошо, все, вставай. Хорошо. Все, пойдем на причал, короче. Пойдем на причал, да. Да. Все, идем на причал. Последняя сцена, причал. Туда, да, перейдете? Нормально, да, да, не стесняйся, давай. Аккуратно, только не об веревки не запнись. Хорошо, иди к нам сюда, давай сюда иди. Бросай палку. Иди сюда, сейчас снимем все, я вас отпущу. Последний кадр. Можно еще сделать, как будто мы туда смотрим. Не, не надо туда, будет непонятно, просто будете вниз смотреть. Просто садись, садись спокойненько, да. Смотри. Ох, какие строгие. О, классно вот смотреть друг на друга, прикольно, посмотри на нее. Так, спокуха. Все, давайте, не деритесь. Вот просто смотрите. Встаньте вот здесь вот обе. Просто ты... Да, вот, надо смотри. Надо просто поставить, Саш, очень просто, прямо. Просто и прямо, да, да. Я пытаюсь здесь последнее сделать. Да, вот встань просто спокойно. Вот, можешь залезть на эту штуку. Опа. Все, да. Еще, подожди, стой, 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 аккуратней. Смотри, да. Просто гляни на меня прямо. Вот так вот стоишь сейчас. Во, прямо. А ты так смотри. Стой, а ты там бы стояла. А ты там сзади, сзади, сделай какую-нибудь вот фигуру так вот, сзади. Да. Давай, да, да, да. Сделай фигуру там, сейчас. Вот, ты смотри на меня прямо. Угу. Прям-прям смотри, отлично. Вот так вот прям, хорошо. Угу, хорошо. Вот. И давай я последний еще, потом все увидите. Давай последний снимем обоим портреты просто. Нормальный крупный портрет. Все, так. Давай начнем с тебя. Иди сюда. Иди сюда. Давай. Дуня. Давай, я сниму портрет. Иди ко мне сюда. Дунечка, это будет только Дунечка. Голова практически. Смотри так, вот. Ага. Круто. Вот хорошо смотришь. Красивая какая, угу. Да? Все, 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 смотри на меня такая. Просто, не, ничего не щурься, просто спокойно посмотри. Угу. Да, вот задумчиво так немножко. Смотри. Не прыгай, пожалуйста. Угу. Просто смотри на меня прям. Вот так вот. Угу. Так что потом на другую камеру снимать будем. Смотри, 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 смотри. Смотри. Натираю, да? Смотри, смотри, смотри. Натираю туфли. Хорошо. Новые туфли просто. Все. Портрет крупный или что? Чем? А, вообще все просто снимаю. Будет красиво, увидеть, что получится. Так. О, погляди на меня так. Хорошо. Ага, смотри, смотри. Тара там сзади классно шла. Да, да, я так красиво. Снимаю. Ты только чуть вниз бы сел, потому что она слишком сверху. Нет, все хорошо. Давай еще. Давай крупно на тебя посмотрю. Подожди секундочку. Мне нужен только какой-то. Во, да, во-во, здорово. Вот так вот прям. Смотри, смотри на меня, да. Так. Вот еще посмотри последний раз. Так, еще смотри на меня так. Все, отснялись. Спасибо. Ура! Наконец-то. Мы закончили? Да, мы закончили. Классно. Ну, что ты переживаешь, потому что фотографируешь. Все хорошо. Куча хороших картинок. Все, уже надо отдыхать. Устанем выбирать вас. Да, да? Устанем выбирать фотки, а вы потом. Так, пойдем к маме уже. Ладно, я попробую. Пых. Так, сидим, сидим, сидим. Подожди, подожди. О, о, круто. Во-во-во, ага.
Так. Все, хорошо. Все, уходим отсюда, а то мама ваша расстроится, что мы вас тут оставили. Она, по-моему, обрадуется. Или обрадуется, наоборот. Все уже, да. Слишком много энергии кинетической в этих детях. Вообще просто. Невозможно их контролировать, да, или что-то там. Девчонки, вы не свалитесь, пожалуйста. Ой, смотри, какая прелесть. Угу, я снимаю. Акробатический номер. Ну, я пытаюсь снимать, мне тут не очень. Но я понимаю, что ты уже ушел, ага. А стойте, подождите, стойте, хорошо, сейчас я прибегу. Все отлично, стойте так. Стой. Не падай. Еще посмотрите в ту сторону мамы. Классно. Короче, съемка детей — это тяжелая работа. Очень тяжелая работа снимать детей таких. У них слишком много энергии. Вот, мы угваздались, как не знаю кто. Так ощущение, что это мы бегаем и прыгаем, а не они, понимаешь? Вот, поэтому все, заканчиваем. Мы наснимали более чем достаточно на этом. Да. О, давай сделаем кадр. Ой, блин. Ик. Все засрал, все заляпал. Заяц в траве. Да, я хочу зайца снять. Такой реально крутой кадр, да? Да, Просто прямо заяц в пакетах тут еще. На фоне мусора. Это очень круто. Просто супер, сейчас мы прямо. Это очень крутой кадр, реально. Ага. О, девчонки. Дунь, пожалуйста, не нужно. Иди, такую маму. Она прыгает туда-сюда уже десятый раз, мне страшно на нее смотреть. Да. Вот Дуня, ну пожалуйста. Да, подожди еще. Да, мне просто сердце замирает. Давай. Дунь, пожалуйста.